Два дня назад с дочерью влиятельного человека случилось ЧП в научном центре у побережья Канады. И нам нужна команда, которая заберет ее в ближайшие сутки. Что ты знаешь обо мне? Знаю, что тебя взяли в проект «Призрак» в 18 лет. Тебя лишили юридического статуса. Если умрешь, никто не узнает. Секретность главная для них. Там два исследовательских лагеря, где может быть наша цель. На севере и на юге. Ты знаешь, что там такое? Знаю, что там опасно. Кто это все устроил? Что-нибудь видите? Думаю, прожить на острове больше 3 дней практически невозможно. Что это за хрень? Это мы. Это мы. По острову бродят наши собственные клоны. Как выжить на острове, кишащем более быстрыми, сильными и свирепыми клонами? Сдохни, тварь! Нас же самих. Кажется безумием, но, насколько я понял, остров окружен каким-то квантовым тоннелем. Мы не проскочим! Проскочим!